В селе Перово детский сад «Колобок» пользуется особой популярностью у местных жителей. Пока в учреждении идет капитальный ремонт, местные мамочки в предвкушении открытия обновленного детского сада. У меня девочка, 5 лет, ходит, будет ходить в подготовительную группу, и открытие детского сада, конечно же, мы ждем с нетерпением. Я сама тут работаю и вижу всю обстановку, хочется, чтобы делалось это все качественно, добросовестно. Я сама мамочка, у меня ребенок тоже может там с дедушкой, с бабушкой посидеть, но мы все понимаем, что такое капитальный ремонт. Работы начались 13 июля, а сегодня строители активно приступают к благоустройству территории детского сада. На данном этапе готовность объекта 75%. На этой неделе мы выходим из грязных работ. Это штукатурка, это шпаклевка, это заливка полов, это установка дверей, это система Армстронга, которая будет, ну, потолочная система, которая монтирована уже на 3/4 всех помещений детского сада. Сад был построен в 1963 году. Со дня его основания капитальный ремонт не проводился. Благодаря помощи правительства Ленинградской области на реконструкцию объекта было выделено 15 миллионов рублей. На данный момент освоено около 2 миллионов, больше к 3 миллионам. Вот. И немножко с отставанием, с графиком. Вот. Но подрядчик обещает, что работы будут сделаны в срок. Сад рассчитан на 12 групп. Две из них ясельные, уже были отремонтированы до начала капитального ремонта. Сейчас работы идут в 10 остальных. Совсем скоро здесь будет спортивный зал. Дети смогут заниматься физкультурой. Новое тренировочное оборудование уже закуплено. А пока рабочие заканчивают штукатурить стены, скоро будут их шпаклевать и красить. Следующей точкой отчета станет 15 октября. Готовность объекта к этому времени должна составить 90-95%. Марина Соловьева, Арсен Фукала, телеканал «Милет».